В июле 2022 года Ассоциация иностранных студентов и выпускников Южного Урала получила грант на реализацию проекта повышения правовой грамотности иностранных студентов. Под правовой грамотностью у иностранного студента понимается понимание иностранца об общих законах Российской Федерации и, в частности, миграционного законодательства. Это сформированное понимание о своих правах и обязанностях, умение их применять и также формирование ответственности перед законом и обществом. Проект рассчитан на дальнейшее снижение правонарушений. Студентам дадут понять, какие действия пресекаются законом, а какие нет. Члены ассоциации планируют реализовать проект по двум направлениям. Это работа на широкую аудиторию, проведение семинаров со специалистами для людей, иностранных студентов города Челябинска и Челябинской области с охватом более 100 человек, а также разработка информационных буклетов на разных языках. И второе направление – это индивидуальная работа. У нас будет подготовлено 5 специалистов, носители языка английский, китайский, арабский, таджикский и узбекский по наибольшему количеству иностранных студентов, обучающихся в вузах города Челябинска, которые будут в формате собеседований и консультаций рассказывать особенности миграционного законодательства конкретному иностранному студенту на своем родном языке, чтобы было максимально понятно. Также Валерия Чачина получила финансирование на развитие личного проекта «Тьютор иностранного студента».